Содействие активным жителям, правовая помощь и повышение эффективности управления многоквартирными домами. Для председателей советов МКД, ТСЖ, ЖСК и активистов железнодорожного района Самары прошла встреча с консультантом Госжилинспекции в рамках проекта «Мой дом». Этот проект в 2021 году инициировал глава региона Дмитрий Азаров. Его задачей является повышение юридической грамотности собственников и помощь в управлении МКД. Встречи со специалистами продолжаются в формате индивидуальных консультаций. В основном приходят с такими вопросами по поводу, допустим, кто администратором является, инициатором общего собрания с использованием данной системы ГЖКХ. Также вопросы задают еще по общему содержанию, скажем так, вне зависимости от системы ГЖКХ. Эта информационная система позволяет без комиссии оплачивать коммуналку, отслеживать работу управляющих компаний, проводить собрания. Удобно тем, что сейчас в данный момент многие председатели нашего района организуют собрания онлайн, и жители, не выходя из квартиры, могут проголосовать без бумажных бюллетеней. Также вот лично мной опробован способ оплаты через систему ГИС-ЖКХ, квитанции, что тоже очень удобно. Также можно найти всю информацию, необходимую по дому в этой же системе. Чтобы председатели МКД и активные жители могли решать вопросы эффективнее, во внутриградских районах работают ресурсные центры. В железнодорожном районе их 4. После семинаров, как правило, ресурсные центры стали посещать чаще, потому что, поработав в этой программе, то есть наглядно уже зайдя туда, конечно, возникают вопросы, и ресурсные центры помогают в этом. Ну, то есть идет на прирост посещаемости. Встречи со специалистами ГЖИ проходят во всех районах города раз в месяц. Также в Самаре продолжает работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателей МКД 80 800 55 55 263. По нему все желающие могут получить консультацию. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.